До студії «Нового дня» завітали Олена Шагай, кондитер, директор Миколаївської філії дитячої болгарської кіношколи, та її юні помічники, кондитери Марія та Дар'я, акторки. Вітаємо вас! Доброе утро! Всім бодре утро! Всім сладке? Вкусне утро! А, вкусне! І солодкого ранку, і бадьорого ранку, і смачного ранку! Да, я думаю, що утро должно начинаться именно так. Дівчата, сьогодні будемо робити щось новеньке. Усі наші телеглядачі знають, що ви готуєте завжди дуже смачне печиво, прянички. А сьогодні ми будемо робити щось новеньке. Що ж ми будемо робити? Корзинки з фруктами. Кошики з фруктами. А що, які ж фрукти ми будемо класти до цих корзиночок? Перше ми покладемо клубничку, друге ми ківі, потім додамо айсінгу, можемо розочки або шарики, а останній банан. Угу. Мамочка, а вас хочеться запитати, чи тільки такі фрукти ми можемо використовувати, чи можна абсолютно будь-які, які полюбляє той, хто буде готувати? Іночка, я хочу сразу вам сказати небольшой секретик. Пока ми к вам доїхали утром, ми думали о том, що вже скоро зима, но сонце світить, погода замечательная, і Маша мені говорить: «Мам, мені кажется, когда хотят они попить чай с чем-то вкусненьким, они нас так и приглашают». Я говорю: «Ну так как чая будем мы сейчас пить много, ездить будем часто к вам». По поводу фруктов. Конечно же, сейчас хотелось бы побольше витамин деткам. И вы же знаете, что наши пряники медово-имбирные. Mm-hmm. И вот мы решили не изменять нашим вкусом. И корзинки мы тоже сделали. Они очень много пряностей содержат. Досы ароматные. Да, есть немножко. И сегодня мы просто решили наши прянички как-то усовершенствовать, сделать, может, их... большой секрет в том, что мы будем делать это первый раз. Мы просто это все фантазировали. У нас сегодня дебют! Да, так что, Маша, Даша, я вам желаю удачи. И пусть у вас все получится. В принципе, мы как-то так что-то придумали. И, девочки, давайте всех удивим и порадуем. Будем дивувати? Угу. Еще с чего мы начинаем, девчата, показывайте. Да, мы начнем с того, что мы приготовили такие корзиночки. Они, цвет не сильно был. И Даша предложила как-то украсить. Так как мы можем украсить айсингом, мы сразу приготовили, чтобы было хоть как-то нарядненько. Mm-hmm. Итак, что, девчонки, начинаем? Маша свое. Маша свое. Вот ложечка Машина, Даша свое. Сначала мы в наши корзинки, начинайте. Страшно? Всем страшно, но должно все получиться. Не бійтеся, дівчата, ми з вами. Да, будете дегустировать, Тиночка. Кому-кому, а вам... Давай еще берем в это. Ответственная роль, да? Бери еще. Маша. Я готова вже це дегустувати, тому що... маленькую тоже можно. Тише, тише, аккуратненько. Маленька Дашуня і маленька Полуничка. Так. Ручки мы помыли. Фрукты, так как немножко такие скользкие, мы стараемся их... Так, смотрите, вот так мы положили наши фрукты на дно. Угу. Конечно, можно положить джем, варенье, все что угодно, но я думаю, что лучше все-таки деток баловать не супер сладким, а больше полезным. Итак, пусть у нас все получится. Ось так. Так, оставляем смакота для второго. Яка. Ложим сюда клубничку, сейчас мы будем все это украшать. Угу. Так, подожди, Дашулечка. Поехали, пусть у нас все получится. Я бачу, что навіть кремчик у нас також с полуничкою. Это мы решили, что чтобы... Как же? Можно я сама? Давай, вот, зайка. Итак, получилось вот так. А сейчас мы будем ложить все. Берем теперь фруктов побольше. Это мы отставляем. Вот, а теперь, ты хочешь розочками, кстати, вот розочки, это идея чисто Даши, мы же девочки, мы хотим, чтобы у нас все было в цветочек, чтобы все было нарядненько. Але ж, як же ж гарно. Так, это нам уже не надо. Давай трошки повернемо корзиночку, щоб могли побачити наші телеглядачі, як ми красу ми робимо. Еще... Давайте еще немножко положим бананчиков, украсим как-то, потому что, давай. Тут є ми ще смаколика. Может, не так много? Цветочков. А то потом на зубках будет все это трещать. Ничего, нормально. Скажи, дуже буде смачно, да, Даша? И, наверное, последний штрих будет то, что мы украсим вот таким декором, да? А что ж це у нас за декор такий?
Це сахарні шарики. Вони цукрові шарики також можна їсти? Звісно. Боже, все смачне, все можна їсти. Вот, давайте ще добавимо бананчиків. Це гадості. Ні, це ж не гадості. І навіть не... Це солодке. Так, давайте ми ще отак повставляємо. Красивенько, давайте. Бананчик. Бананчик. Ну, от хто що любить, звісно, так украсить. Бананчик. Я думаю, що от так весело і нарядно почати утро буде приємно всім, не тільки дітям. Абсолютно. Дівчата, але ж я бачу, що не тільки гарні корзиночки, кошики ми зробили. У вас є чарівні ложечки. Подожди, зараз додамо. От насчет ложечок ми відкриємо... Большую тайну или секрет? Это шоколад. Мы впервые пробовали. Иночка, мы готовились, чтобы прийти к тебе в гости. Сделали такие шоколадные ложечки для того, чтобы покушать вот такие наши... Машенька, добавь сюда, пожалуйста, еще фруктов. Давай, киви, бананчики. Ну, вот в такого... Давай это мы сюда... Вот это так. Я думаю, что Дашенька как раз сможет и угостить Иночку, да, и пожелать ей очень доброго, красивого и вкусного утра, как мы и хотели. Дякую вам, дівчата. Тепер мій ранок сьогодні дійсно буде таким, як ви обіцяли, солодким, добрим та смачним. Я думаю, що зараз мені заздрять абсолютно всі оператори, тому що ось таку смакоту вони також хочуть спробувати. Он мені машить, що дуже хочуть таке спробувати. А який аромат, а який же ж смак.